сегодня добрались до Скочни, до трамплина, который назван в честь Адама Малыша, такой огромный. Я помню, мы когда-то были в Раубичах, в Беларуси, там тоже трамплины были, но это было давно, я не помню, большие они или нет. Но здесь просто страшно, как они оттуда вот прямо летят сюда, прыгают. Ой-ой-ой, какой опасный вид спорта. Ну, вообще, огромный трамплин, конечно, огромный, ничего не скажешь. А здесь рядом вот канатка. Ну, любопытствующие могут подниматься и туда поехать. Костя, они съездили. Ну, вообще, конечно, мощный трамплин. Забираются, можно посмотреть тоже с высоты, видимо. Такой комплекс спортивный. Приезжают сюда люди, туристы, видимо, тоже посмотреть на знаменитый этот трамплин. Здесь происходят всякие чемпионаты, там мировые, европейские. Она так и называется — Скочня Нарчарска имени Адама Малыша. Ну, вообще, конечно, да. Герои те, кто занимается этим делом.